и комментировать. Да, судя по составу команд, игра сегодня нас ожидает. Будь здоров! Сегодня Бирмингем встречается с Манчестер Юнайтед. Это может быть опасно. Да Сильва. Удар заблокирован. Счет прежний. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Бей и выводи. Добивается успеха Манчестер Юнайтед. Всего 8 минут потребовалось, чтобы открыть счет. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Манчестер идет вперед. Защита справляется. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Харри Кейн. Терпеливо ждут они своего шанса. О чем только защитник думал в этом эпизоде. Опасно! Ну давай же! Это момент! Гол! Ну, здесь налицо ошибка голкипера. Не сумел он удержать мяч в руках и сразу за это поплатился. Ведет он сегодня за собой команду. Второй гол уже забит. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Морган Шнайдерлин. Манчестер Юнайтед атакует. Хороший момент. Шнайдерлин. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Морган Шнайдерлин. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Душ-Сантуш Авейру. Манчестер в атаке. Можно бить. Отличный отбор в самый последний момент. Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Морган Шнайдерлин. Это может быть опасная атака. И это удар. Проверка голкипера. Да нет, он все еще здесь. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед вбрасывает. Мемфис Депай. Это может быть опасный штрафной. И прерывает защитник эту передачу. Будет угловой. Душ-Сантуш Авейру. Головой наносит удар игрок. Хороший шанс. Удар головой. Мяч проходит выше перекладин. Посмотрим за этой атакой. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Удар нужен! Мемфис Депай! Манчестер отправляет мяч в сетку.
И вот разрыв увеличивается, а оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются, и, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Люк Шоу. Мемфис Депай. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Забивать нужно! Перекладина играет за вратаря. Классно сыграл защитник. По первому тайму. Вторая половина четвертьфинала Кубка Англии вот-вот начнется. В первом тайме мы наблюдали захватывающий футбол. И во втором тайме надеемся на больше. Болельщики явно получили удовольствие от первого тайма. Но, думаю, игроки все-таки еще не весь свой потенциал продемонстрировали. Мемфис Депай. Морган Шнедерлин. Манчестер идет вперед. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Совсем необязательная потеря. Шнедерлин. Тут может что-то получиться. Момент для удара. И он забивает. Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. 4 безответных мяча забито в этом матче. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Неплохо действует игрок, мяч отобранный, что дальше? Неплохой мог получиться навес, если бы не защитник. Мемфис Депай. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Душ Сантуш Авейру. Бить надо! Добивается успеха Манчестер Юнайтед. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Какая боль! 5-0! Основное время истекает через 20 минут. Сейчас замена будет в команде хозяев. Игрок готов уже выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Манчестер Юнайтед атакует. Опасно! Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Команда готовится подать угловой. Попытка нанести удар головой. Выносит прямо с линии ворот. Ушел мяч за боковую. Манчестер Юнайтед вбрасывает. Это может быть опасная атака. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Сейчас мы увидим замену в команде хозяев. Да, будет остановка, и кто-то из игроков покинет поле. Отличный удар. На этот раз мимо. Ну, не каждый раз забивать же, а? До конца игры 7 минут.
Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Матео Дармиан. Манчестер в атаке. Удар. Гол! 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 Вот такие люди сидят на замене. Вышел и забил. Итак, продолжается демонстрация очевидного превосходства. Да, они гораздо сильнее и завершают замечательное выступление команды потрясающим голом. Вот молодцы. Этот гол никак не меняет расстановку сил в матче, однако порадовать своих болельщиков. Команда старается, и спасибо ей за это. Да, команда уже решила свою задачу. Какой момент! Нужно бить! И он забивает! Забит еще один гол, и он уже отправлен в ворота в компенсированное время. Ну что ж, еще один гол. Команда не останавливается и продолжает играть для зрителей. Да, игра уже сделана.